Как минимум мы имеем 30-40 или даже 50 лет ретроспективной истории критического отношения к блокаде, не критиканского, а именно здравого отношения, которое пытается определить роль этого периода в истории Ленинграда и в истории России не только как периода героического, что безусловно, разумеется, так, но в том числе как периода, связанного с историей измерения человечества. Пропаганда и гуманистическая критика, пожалуй, никогда не могли быть осмыслены в позитивном балансе. То есть есть такая крайность ура-патриотическая, есть крайность говорить исключительно про людоедство. За последнее же время, конечно, появилось довольно много и книг, и фильмов, и художественных работ, которые этот баланс пытаются, по крайней мере, наметить. И «Тихие голоса», выставка, которая несколько в Фортине, это одна из первых попыток современного искусства говорить на эту сложную и священную, на самом деле, тему.